Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова, как всегда, Слава, и сегодня мы продолжаем играть в Roblox, Тайкон, богатый миллионер. Сегодня со мной мой брат Максим, поздоровайся. Ну, я тут так понял, Максимка немного за кадром, как бы, подшаманил, у него сейчас 1 миллион. Но он просто обиделся на меня и решил, о, нифига, у меня уже 1 миллион, у него тоже почти. Блин, это плохо. У меня 1 миллион и 5, а у него сейчас будет больше. Но я говорю, он просто за кадром все делал. Я за кадром ничего не проходил, ну, сами понимаете. Раз. Купи это. Так, это стенки. Ну ладно, давайте кабинет директора купим. Так, офис босса. О, Максим, я теперь босс. Ну вот, смотри. Все, ребят, теперь я босс. Сейчас только сяду в кресло. Ты уволен. Это ты уволен, это моя фраза. Так, стенку купим. Поскольку он дает? По 5000, ребят, этот дроппер дает по 5000, вы представляете? Я пошла в поле. Ё-моё, вот это я да. Пошла. 500 с лишним тысяч. У тебя, для тебя это сущие мелочи. Так, лазер. А, 300 тысяч лазер стоит. Понимаю, понимаю, понимаю. Так. Так. Летим наверх. Максим, ты офигел? Это моя ваша. А где ты? Еще прокачивать. А, вот. Шестой этаж. 800 тысяч. Офигеть. У меня, вот у ребят, у нас это какая серия уже, Максим, с тобой по счету? Третья или четвертая? Да, четвертая вроде, да? Ну, примерно четвертую серию мы за 4 серии сделали 6 этажей. А можно вопрос? И полностью их прокат... Ну, почти 6 этажей. Чего? На этом дропере один вот эта вот штука одна. Не знаю, но она дает по 5000. Так, я надеюсь, меня тут все слышно, да? Максим, скажи что-нибудь сейчас. Привет! Не ори, говорю тебе, не ори. Так, погнали. У меня бабки закончились, прекрасно. Я надеюсь, там накопился уже 800 тысяч. Вот. Мы, кстати, еще сегодня запишем одну серию по Роблоксу, поэтому ждите, сегодня по Майнкрафту будет, по-моему, 1-2 серии. И по Роблоксу. Возможно, это будет второй гипс. Возможно, кстати. Ну, я не уверен, но надеюсь. Кстати, ребят, я вот во много таких тайков играл, где 2 человека можно. И вот я припоминаю... Шестой этаж, бум! Лестница 300 тысяч стоит, офигеть. О, а мне 2 миллиона. Да? Да. Ты офигел? О, Максим, ты теперь самый богатый, ты офигел? Да, вот написано. Самый богатый, с 2 миллионами. Ты вообще офигел? Да. Не, ребят, я говорю, он зараза на этом, за кадром фармил, там прокачивал, я помню, у него 3 миллиона было. Он мне показал. Ладно, так уж и быть. Не, извиню. Все, ладно. Так, сколько там? 390, да? Надо еще буквально 30-60 тысяч. Ну, сейчас. А сколько там у Макса? А, ну Макса 200. Так, накопили. Где? Шестой этаж. Читай там сам. А у тебя, кстати, не лагает сейчас? Нет. Нет? А что до этого лагало? Шестой этаж. Лестница. А ты хоть записываешь? Да. Кстати, ребят, еще, возможно, выйдет ролик от лица Максимки. Ура! Если у него лагать не будет, то, скорее всего, выпущу. Когда у меня выпущу. Не выйдет у тебя канал в ближайшие 3-4 года, поэтому не надо. Ребят, ближайшие... О, там опять какой-то с 5 миллионами человек. Серьезно? Как хочешь, оставь пока. Если не отлагает... Ну ладно, выключи запись, так уж и быть. Так, у меня сейчас 25 тысяч, у Макса, я смотрю, там уже 600 тысяч накопилось, он их не тратит. Я? Да, Максимка, ты, конечно. А сколько у тебя сейчас денег?
Так, сколько тут стоит? Дорога 6 стоит 700 тысяч. Стена 6 стоит 2 миллиона. Сервер стоит 1 миллион 200 тысяч, ребят. Блин, может мне на паузу поставить, когда будет копить много миллионов? Потому что смысл, типа, смотреть вам, как я коплю. У меня проблема. Чё? У меня залога, вот я сейчас все кнопки потыкал. Да? Так, 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 так. Джекпот выбирать, то другое все. Сколько? 700 тысяч, у меня 600, так. Мне только как выбирают так, они двигаются. Ну, нажми резет. Ну выйди, значит, Максим, ну не тупи, нет, перезайди. Не так, дорогу 6. Опа. Так, детектор, шапка 7. Подождите, а где? Понял, все, Вантуз, это очень опасно. Боба. Разве они так называются? Ну ладно. Так, пьем. Я бы промыть, я бы в туалет. Где это? Это за эти. Жалко. Я тебе не помыть. Нет, там у кого-то 9 миллионов. Какой богатый. А, кстати, а вот это вот что такое? Я просто не знаю. Куда оно делось? Так, Максим, ты чё раскашлялся? О, шапка. Шапка. Стырил у него шапку. Здорово, брат. 11 миллионов. Он хотя бы добрый. Или это вообще она? Или он, или она. Сай, где я поеду? Я буду фиолетовым любом. О, хочу себе тоже такой костюм. О, имба. Ну, так как у нас. Офис босса. Так, я смотрю, это какой интересный у нее этаж. Посмотрите, какие тут дропперы красивые. Интересно, сколько они дают? Наверное, по 1000 миллиардов. А, я забыл, что там. Забыл, что там лазеры. А если бог, какой у нас судьба? У нас синий, синий, Максим, синий. Да, синий, синий. Синий. Не, не красный. Синий, синий. Так. Синий, синий. Максим, я сейчас тебя запрещу со мной сниматься. Ты понял? Какая? А я сейчас опять взломаю. Так. Так, так. Не понял, ты что, у меня тут не прокачано. А, подожди, так это твоя сторона. Что я тут делаю? А, я же смотри, деньги не собрал. Смотри, у кролика какое лицо. Какое? Я думал, мне шарики спасут. Эх, о, 800 тысяч накопилось. Да, берем шапку. Опять Максимка топ-1, он издевается? Вы посмотрите. Ладно, я так уж и быть за кадром ничего делать не буду. Ну, потому что я честный и все дела. Так, шапку 7 я не буду брать. Детектор травы, это что? А, понимаю. А тут вообще есть какая-нибудь дорога там? Коробка какая-то, сервер, шапка. На трех или на двух этажах есть. Короче, ребят, давайте я сейчас накоплю, ну, там, 2-3 миллиона хотя бы. Я ну, не 2 понял. Много. А, что это? А, опять это. Давайте я сейчас накоплю, например, 3-4 миллиона и вернусь к вам. Ну, потому что сейчас копить это, как бы, во-первых, и долго, ну и... внутренно, согласитесь, поэтому сейчас, через пару секунд, для вас пройдет пару секунд, а для меня, может быть, там, и час, может, меньше, ну, посмотрим. Все, я скоро вернусь. Так, ребят, мы вернулись, я поднакопил немного, теперь у меня 5 миллионов. А у меня 6. Ну, Максик, да, он там еще же говорит, закат, да. Даже без тебя. Логично. Максик, он, я смотрю, на первом месте.
Ну, я говорю, он за кадром играл. Ну ты же начал копить за кадром. Мастера 7 соль. Текс. Так, что купим? Давайте купим детектор. Что это? Да. Потратил, называется, денежки. А где ты? Так, сервер, что это? Что это такое? Шапка. А тут что, нет дропперов? Вы что, издеваетесь? Вот эта шапка прикольная. Хотя, знаете, есть... А, блин, она выпала. А вот конвейер появился. Что, вы издеваетесь, что ли? Где шапка? Дайте шапку. Там конвейер появился. Имба, имбуля. Так, а ну убери нафиг. Так, 500 тысяч. О, конвейер. Блин, надо сделать... О, дроппер. Так, вот надо сделать. О, смотри, какие дропперы красивые. Ты уже купил? Да. Вот и зараза, а. Сколько там первый дроппер стоит? Это где-то много. Много, короче. Так. Так. Так, так, так. А я летать не могу. Ха-ха-ха. Ты меня выигрываешь по деньгам, а я тебя выигрываю по летанию. Ты меня выигрываешь по деньгам. Ну, не важно. Смотри, у меня так, сейчас купим первый дроппер. А у меня уже... У него уже один лям. Понимаю. Хотя у меня тоже. Не мои бабки. Какие прикольные дропперы, а, на этом этаже. По 10 тысяч, что? Мне показалось. А, так они по 10, 150. А сколько тебе сейчас денег? 1 миллион 6. Ты офигел? 6. О! 1 миллион 6. А кот 1 миллион 7. Так, так. Я думаю, сейчас как раз купим вот эту всю дорожку и закончим, я думаю. Я, знаете что, ребят, я за кадром покоплю немного денег. И в следующей серии мы уже просто будем смотреть, покупать. Я думаю, ну, там 10 миллионов, наверное, может чуть больше. Тебе нет. Ты будешь мучиться, как я. Так. Я теперь тоже деньги. И не скатываюсь. Я хочу летать как птица. Вот ты вот так вот вперед шагни, вот так, хопа. Ну шагни, шагни. И что, ты выжил? Я сразу так и понял. Так, еще плюс 300 тысяч. Там 1 800 000. А, знаешь, как все делают? Я хочу отсюда здесь. Вот так. Смотри, я... И на спаунста... Ты... После спаунста ты падаешь. Ну давай. Где ты? Ааа... Спарта! И тут нужно было выпрыгнуть. Давай. Так, неплохо. Так, давай, давай. Много денег, мне 3 миллиона. Мне даже 4 миллиона. Подожди, стой. Откуда эти 4 миллиона? Да, нельзя Максу давать это... Время, чтобы он за кадром развивался. Так, а что не хватает? У меня же есть 1 800. Что купить? Так. 2 800 000. Макс, стой. Ребят, давайте 2 800 000 я тоже накоплю быстро за кадром, но потому что ждать там опять это туда-сюда бегать, давайте быстренько сейчас накоплю за кадром.
и вернусь к вам опять. Для вас секунда, для меня, возможно, пару минут. Продолжаем. Так, ребят, мы вернулись. Как ты можешь снимать? Я тут нечаянно перекопил немного. Почему, интересно, самый богатый он, если у меня 3 900, а у него 3? У Макса. А, теперь Максик набрал 6,5. Ну, я говорю, он заразный теперь. Закрысил, короче, крыса. Сколько этот дает? 12 тысяч. Не так много, конечно, но... Ладно, ребят, мы прокачались здесь. Давайте, наверное, потихоньку заканчивать. Максим, давай, поднимайся пока на последний этаж. Я пойду посмотрю, сколько там денег, как они капают. Вы посмотрите, как теперь миллион быстро капает. Я тебя понимаю. Сейчас быстро лям накопим. Там что-то было, можно было купить за лям. Не копи, как у меня. Почему? Я. Можно. Да. Если ты будешь за кадром копить, то я тебя убью. Да. Я тебя застрелю. Так, всем. Да. Да, 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 хороший. Да. Так, 600 тысяч берем. Сейчас быстро еще один. 2 миллиона. 2 миллиона. Ой, я хочу максимум миллион собрать. А, не получается. А где? Где стена? На, купи мне стену. Сам покупай. Сам учись читать. Так. Пофигу, что там что-то по-английски. Так, 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 желтый кабель. Синий кабель. Правая стена. И все по 2 миллиона. Короче, ребят, я за кадром покоплю. Потому что, ну реально, копить видео это как-то не очень. Поэтому, Максим, давай, поднимайся на второй этаж быстро. Второй? Ну, я имею в виду на последний. Я до сих пор король. Ну, пока да. Потому что у нас самый прокачанный. По крайней мере, у меня. У меня. А, хотя у тебя тоже вон стенка есть. Давай быстро сюда. Ребят, на этом мы будем прощаться. Сегодня у нас получился такой вот ролик, где мы прокачали 6 этаж, вот наполовину купили дроппер, который дают там каждый плюс-минус 10 тысяч. Это 10-12. Не, этот 10, этот 11, этот 12. Вот, да. 10-11-12. Ну да. Ладно, ребят, спасибо всем за просмотр. Сегодня мы играли в Roblox, богатый миллионер, с моим братом Максимкой. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. Максим! Всем пока-пока!